Ребята, всем привет! Сегодня у нас такая новогодняя серия. Я специально для этого собрал столько телефонов. Здесь их примерно штук 65, может 64, 63, не знаю точно даже. Вот. Собрал я их за недели полторы, наверное. Специально для Нового года. Ну, давайте начинать. Начнем мы с Motorola. Такая вот Motorola C350. Рабочая, но она разрядилась. Мне с ней даже зарядку дали, оригинальный блок. Я еще даже не заряжал, я вот только сегодня забрал половину телефонов. Вот, дальше Nokia 6270, по-моему, если не ошибаюсь. Порван шлейф здесь. Здесь, кстати, еще есть такие две штуки, где-то лежат у меня. Тоже здесь, по-моему, куча. Вот. Nokia X202. Думаю, хотя бы оттуда взять дисплей, но он битый здесь. Вот. Такой вот DeX. Разбита пол дисплея. Ну, хоть батарейка есть уже плюс. Тут она, по-моему, как на Nokia даже должна быть. Вот такой вот. Siemens у нас. A62. Вот. На работоспособность не проверял его. Пока еще не знаю. Вот такой вот у нас Sony Ericsson K700 какой-то там. Да, K700i. У меня такого еще не было, поэтому модели его плоховато знаю. Ну хотя встречались часто мне телефоны эти. Такой вот у нас Fly. Модель его не помню. У меня такой есть, даже два. У этого беда, сломано гнездо зарядки. Ну, там мы перепаяем, будет у нас работать он. Вот такой вот красивый X-Play с закругленным таким экраном. У него просто нет крышки и батарейки, и кнопки по включению. Да, вот здесь ее нет. Так. Говорит, вроде рабочий должен быть. Будем проверять. Вот такой вот у нас Sony Ericsson W700i. Вообще с сим-картой даже. Рабочий. Нету задней крышки только. И корпус бы желательно заменить. Nokia E6303. Вот такая вот. Контактов нет. Дисплея тоже нет. Вот такой вот у нас арк. Тут я даже разбираться не буду, потому что запчастей на него нет вообще. Где бы их не покупали. На Алиэкспрессе или где-то еще. Тут кусок Sony Ericsson. Вот модель. W508. У меня, по-моему, такой был. Или есть даже. Нужно будет попробовать запустить его. Такой вот BQ маленький. У меня уже есть такие. Это будет пополнение в коллекцию маленьких телефонов. Этот не включается. Есть вот такой вот еще маленький, тоже DeX, по-моему, да. У этого просто динамик нерабочий, и все. Тут, в принципе, дело в 5 минут, и все. Почистить его снутри, и будет рабочий телефон. Маленький такой. Еще и противоударный. Alcatel, такая простая звонилка. Не проверял, вообще не знаю, что с ним. Пока особого желания и нет. Nokia. Nokia сразу это проверил, не включается она никак. Ну это пока только батарейку поставил, нужно будет разбирать, смотреть, что там в нем. Вот такой вот Sony Ericsson CyberShot. Такого у меня точно не было. Модели его не знаю.
Это у нас C510. И вот тут прикольно отъезжает. Часто туда. Такого у меня еще не было. Не знаю, что с ним еще не проверял. Китайский iPhone. Такой вот. Зарядка у него как айфоновская, поэтому мне не получается включить его. Вот такой вот Samsung. Таких у меня несколько штук есть. Здесь разбитый дисплей. В принципе, это дело поправимое. Я его заменю и сразу на продажу пойдет. Такой вот Samsung. Дисплей разбитый, поэтому я даже и не проверял, его рабочий он или нет. Потому что сразу желание отпадает проверять его. Galaxy. Такая вот китайщина. Дохлый. Батарейку ставил сюда от Nokia, подходит от любой. Вот, попробовал. Ничего не получилось оживить его. Такой вот Samsung. Тоже не проверял его еще. Особого желания не было. Ну, перед Новым годом еще проверю. Такой вот у нас Samsung. Модель сейчас скажу. Кстати, это радует то, что почти все телефоны с батарейками. Так вот, хорошо. Это у нас D900i. Точно, я думаю, что-то знакомое. D900. У меня был такой. Только я не помню, что с моим. Два вот таких Le Fleur. Один просто на запчасти. А этот вроде бы рабочий. Ну, также кнопок нет. Что с него взять, не знаю. Взять не знаю даже. Такой вот Philips Xenium. Блин, неплохой такой. Модель сейчас скажу. Найду, как крышка открывается. Вот она. То ли X1580, то ли... Ну да, или 158C. Что-то непонятное. Короче, ладно. Попробовал его. Кстати, такой прикол есть. Смотрите. Сейчас открою. Тоже, да? Извращенство. И обычный USB мини. Вот такой телефон. Такого даже не видел. И название такого даже не знаю. Ну, он полностью рабочий. На звонки проверял все. Звонит, но единственное, крышки нету. Телефон достаточно редкий. И не знаю, попадется ли мне когда-нибудь еще крышка на него. Такая вот Nokia 2323C2. Я такой, не знаю, есть у меня такая, нет, но это утопленная. У нее там и на экране полосы такие, ну, еще рабочая. Корпус на нее найти и будет. Вполне нормальный телефон. Такой вот BQ. Залапанный весь. Нет на него аккумулятора. Крышка болтается. Аккумулятор здесь, в принципе, как на Nokia, но... Полярность разная. Вот такой вот Samsung. Таких у меня тоже куча есть. Этот не включается просто. Еще Samsung раскладушка. У меня есть такой прям новый как будто. Тоже не включается, как у этого проблема. Этот мигает. А мой вообще никак, по-моему, не включается. Такой вот Fly. Не знаю, рабочий он или нет. Надо это сделать. Все равно уже ничего не поможет. Такой вот у нас X-Play, он рабочий, но выключается при звонке.
Ну, сейчас выключился. Может, батарейка дохла, я не знаю. Такой вот Siemens у нас. Воевала с ним долго очень. Он, короче, сначала не включался. Я его почистил, он включаться стал. Но вибрация была. Все полностью очистил я. Вот. И включаться стал, все. Этот поставил сим-карту, начал звонить на него. Оказалось, микрофон не рабочий. Я его разобрал, припаял другой, и после того, как припаял другой, он перестал включаться. Я его так и не собирал, он болты так и телепаются в нем. Так лежит. 6320 без дисплея. Говорит, вроде бы плата рабочая. А он собранная. Тут еще кусок какого-то Samsung. Не знаю, там еще точка валяется. Такая вот недокитайская Nokia. Включается тоже там типа хаммера, что-то высвечивается. Сейчас даже покажу. Такая вот батарейка есть пошарпанная. Он запускается, крышки от него нет, но я не знаю, если буду еще в тех местах, где я брал телефон, заеду до этого человека, возьму, он говорит, вроде бы нашел ее. Так, кусок Nokia, еще одна 6320. Это у нас модуль Fly 449, у меня есть такой разбитый, да, это модуль, кстати, очень сильно помог мне этот человек, большое спасибо ему. То большинство телефонов такие, которые мне нужны. Такой вот. Next. Это у нас плеер M3 нерабочий. Он сгорел. Я его на зарядку поставил, у меня зарядка еще сгорела. Вот такой вот у нас LG, набитый землей. Я его даже не проверял еще. Потому что пока особого желания тоже нет. Вот такой вот у нас Sony Ericsson K790i. У меня валяется плата с такого. Пока живого мне еще не удавалось найти. По-моему, это тоже не очень-то живой. Такая вот Nokia звонилочка. Рабочий. Крышки нет. Так, в принципе, для звонков пойдет. Вот такой вот Nokia. Я с ним воевал, я пока скажу честно. Вот у нас модель 5030. Вот. Фотки я сейчас приложу. Он был в земле, его нашли. Принесли мне, говорится, слабо, говорит, отремонтировать его. Ну, я с ним повоевал, наверное, около суток. Ну, вот, сейчас фотки поставлю. Покажу результат. Такой вот у нас BQ, рабочий, был окислен шлейф на дисплей, подпадали дорожки, я пропаял его, пока рабочий, еще не было косяков никаких за ним. Такая вот Nokia у нас, мне много попадаться стало таких, тут еще даже гравюра какая-то, малая, ната или что-то, или малая, нат, Наташа, может быть, фиг его знает. Тоже рабочий, ничего с ним делать не пришлось. Вот я говорил про эти Nokia, две штуки. Водный шлейф навернутый, а другая полностью рабочая. Корпуса, конечно, у них вообще никогда не выживают, всегда у них пошарпанные. Такой вот у нас Fly, дисплей разбит, тут даже на видео видно, как он переливается. Это дохлый вообще, даже не помню, что это, то ли Beeline или Fly, не знаю.
так и не получилось мне его оживить. Вот этот включается на пару секунд и вырубается. Батарейка разрядилась. Такой ничёшный телефон. Мне понравился, прям такой увесистый. Фотокамера Sony была рабочая, но у нее нет подсветки. Батарейка села. Такой вот у нас Sony Ericsson. Такой у меня тоже где-то валяется. У этого вроде бы шлейф. Вот такая вот у нас Nokia 6131. Порван шлейф. Мне всегда эта модель нравилась. Корпусов у меня очень много для нее, потому что я и новые заказывал. И оригинальные, и китайские. Осталось только шлейф найти на него. Вот такой вот на следующий флай. С этим не знаю, что. Будем еще разбираться. Что-то мне подскажет, что он не живой по этому сенсору. Тут, в принципе, пленка. Посмотрим. У меня такой есть, кстати. Samsung вот такой вот. Он рабочий. Но сел. Вот такая вот LG-шка у нас неплохая. Нравится его дизайн, такой прикольный. Сужается. И клавиатура под цвет корпуса прям симпатично выглядит. Нет гнезда. Так, с аккумулятором. Вот такой вот у нас Samsung на винде. Блин, очень понравился мне. Не знаю, включится он сейчас, нет. У него еще прикольная кнопка подсвечивается здесь, когда включаешь его. Красным. Она засветилась. Потух, загорелся. Звук, кстати говоря, хороший очень на нем. Возьмем отсюда стилус. Неудобное расположение кнопок здесь. Вот так вот. Такая вот Sony Xperia. Вот так вот она светится. Сейчас покажу. А, я сброс сделал точно. Сейчас будет выделываться. Ну, короче, разными цветами светится. Вот такой вот LG. Не знаю, рабочий, тоже не проверял. Такой вот у нас LG P500. ТМТС. Где-то был у меня такой. У него сенсор побитый. И вот такой вот планшет. Rhythmix. У него на дисплее точка вот здесь вот.
Вот ее видно, вот она. Точка. И он. А так, в принципе, весь рабочий.